Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и продолжаем играть Battlefront 2. У нас тут Камино, защита Камино. Так, отлично, будут штурмовики против клонов, я так понимаю, да? Офигенно. Официально никакого восстания клонов на Камино не было. Неофициально же, приблизительно через 20 лет после нашего создания, спецотряд имперского 501-го легиона прибыл непосредственно на Камино с приказом искоренить армию клонов, которая развивалась специально, чтобы угрожать империи. Нашим командиром-экспертом по внутренним работам на Камино был молодой наемник-охотник по имени Боба Фетт. Для этой миссии Дарт Вейдер нанял Бобу Фетту сразу. Боба Фетта. Или Бобу Фетта. Хер знает. Короче, сейчас мы будем за него играть сразу же, причем. О, клоны поперли. Так, пошли нафиг. Так, пушка очень мощная, убивает на раз. Ну, три пульки выпускает. Три бластерных заряда и весь. И все, типа, сразу смерть. Так, что-то пипец, что за пульт? Мощнее, чем AT-AT, блин, броня у него выше. Что за фигня? Все, ушел. Ну вот, Боба Фетт тоже самое, регенится за счет убийства. Ох, нифига себе, там полетели. Ну ушел ты, я не знаю. Пау-пау, такие все попадали прямо это, как в вестерн. Так, опа-опа. Так, им вообще пофиг, не огнемет, окей. Будем так вас убивать. Уничтожать, точнее, убивать уже не живу. А ему вообще пофиг на это, кстати. На огнемет. Ну, практически. Какой-то фиговый огнемет, нафиг он нужен. Так, что-то я вообще не могу уничтожить эту турель. Вроде по ним попадаю, но чё-то нет. В общем, я умер. Боба Фетт погиб. Помним, любим, скорбим, ты наш герой. Так. Ну, сейчас обычно штурмовика как сюда затащим. Чего вы тут расселись-то, не понял? Десантники. Десант! О, нифига себе, там латы летает. Или как он там называется? Десантный корабль, короче, клонов. Так, все, турели уничтожили. Вот здесь контрштурмовик. Вот видите, я прям в нее попасть не могу, пипец. Штурмовики реально косые, пипец. Он прямо в нее стреляет, попасть нужно. Куда уж прямее-то там. Так, это забрать. Хорошо, это ДНК. Сейчас отнесем на транспорт. Так, у меня охраны-то нету, я так понимаю. Нет, есть. Темный пехотинец и... Просто пехотинец. Ракетчик, короче. Ох, нифига, турель садит. Этот дебил тоже стреляет. В текстуры. Отлично. Обезопасили ДНК образцы. Сейчас нужно точку захватить. Ну, про это игра, собственно говоря. Сейчас разберемся. Что там происходит? Так, о, нифига себе, вы откуда взялись-то? Так, так, ушел, ушел. Опа, еще клон. Подожди, десантник со снайперской винтовкой. Я понимаю, у них типа один класс, но оружие каждый раз. Так, отрегинимся. Так, пошли вон, я сказал. Что такое-то, я не понимаю, а? Откуда у вас столько? А, ну да, я же на Камино, в центре клонирования вообще. Кто по мне орбитальный удар устраивает? Все, уже заговорился. А, бегите. Где принцесски, бегите к себе. Так, и борзы два. Ну, один, уже один остался. Так, все, я здесь. Все, точка моя. Я царь горы, царь точки, я. Так, вы турель мне, конечно, напрягать немножечко.
себе кто-то вынес, было бы топово. Так, ему пофиг. Я же не его слил. Да ушел ты, все, давай. Больно же. Ну вот зачем? Ну я ж тебя убью так быстро. Зачем ты туда побежал? Так, кто мне мешает, я не понимаю. Кто еще жив? Кто мешает точку захватить? Ах, вот вы два засранца, да? Все, ушли. Шкардос, все получилось. Вот это я меткий. О, отлично. Давайте опять поиграем. Так, я нажал F1, я нажал. Все шикарно, шикарно. Сейчас нам нужно что-то уничтожить. Ну, собственно говоря, для этого меня и наняли, чтобы что-то уничтожить. Так, я на крышу не хотел. Малыша, давай полетаем. О, нифига себе. Электросолдат. Это типа команда бывший. Сейчас они все уже все вутили. Не, ну не жесткие. Сейчас они всех штурмовиков вынесут, если я не помогу. Не, огнемет говно. Ну серьезно, ну. Ну это только на большое количество врагов, но при этом они меня все расстреляют в упор. Это не клево. Так, что такое? Ушел. И ты ушел. Никогда не надоест. Так, куда идти-то? А, вот сюда. Сезам, откройся, отлично. Смерть клонам. Хотя Боба Фетт сам, по сути, клон. Без этого. Без ускорения роста. Братья мои, вам суждено умереть. Так, один пульт уничтожил. Пипец, я хочу такие компьютеры. В него стреляешь из бластера, ракетами в него пуляешь. Ему вообще пофиг. Он также функционирует. Это, походу, какие-то СССРовские компьютеры. Даже на огнемет ему насрать. Его просто вообще броня, серьезно. Если у нас такие компьютеры были бы, представьте, какие у нас были бы танки. Вообще не уничтожил был бы. Так, ушел. Так, мне срочно нужны боеприпасы. Так, вот ракета одна есть. Давай, пиу. Хотя у него ракета в этом, в реактивном ранце. Он хотя бы нагибался бы, что ли. Выстреливал. Так, ладно. Так, еще два пульта осталось. Да вообще, ему насрать на огнемет, нафиг ему нужен вообще. Снайпер, ну ты гранату кинь, что ли, я не знаю. Видишь, компьютер неубиваемый вообще, вот эти пульты управления, консоли вот эти вот. Все отлично. И отсюда я уничтожу его. Так, что, кто-то пришел? А, пришли они, пехотинцы вот эти вот. Два корабля уничтожить надо. Посмотрим, получится ли у меня. Так, для начала боеприпас еще нужен. Здоровья, конечно, не так много, как хотелось бы. Ну да ладно. Так, вот летает корабль. Оу-оу-оу, прям по мне садит. Так, ушел. Нужно восстановить здоровье немножечко. Офигеть, прям по мне садит 6. Так, как я эти корабли-то буду уничтожать? Он же летает не пойми где. Он летает. Истребитель лад. Все-таки. О, я что, его уничтожил? Нет, игра заглючила просто. Одной ракеткой. О, десантники повалили. Ну да, на то не десантура вообще. Ну зачем ты это делаешь? Сел в турель, стал уязвим. Ну ты, ребята, ну вот тупые или что? Походу гены размешали тут. Сильно развели их. Клоны стали совсем глупый. Клон стрелять, клон убивать. Да. Так, хватит. Так, ракету запустил, я хотя попал. Хрен знает. Так, ты как тут это? Появился-то. Пиу. Так, стоп, тут наши штурмовики и вот эти засранцы, как это такое?
возможно. Так, я убил своего. Даже двух. А, нет, своего. Одного убил. Так, шоковый солдат. Братан, ты надоел в своей турели сидеть. Так, будем убивать. О, убивать, говорю, уничтожать. О, с одной ракеты, шикарно. Так, ну ты меня заколебал. Так, промах. Что-то она выше полетела. Сейчас я с тобой разберусь. Почему он стреляет именно в меня, конечно, я не понимаю. Бабах! Шикарно вообще. Вот это я молодец. И ракеты прям в тебя, прям в лицо тебе. Наемник исчез сразу после окончания сражения. Сказал, что он вышел на следы контрабандиста на Татуине. После подъема Камина император решил, что армия генетически одинаковых солдат была слишком уязвима. Будет клонирована с разных образцов. И хотя 501 оставался чистым, остальная часть имперской армии вскоре должна была стать различимой. Мы никогда не любили этих новичков. Уделали мы этих клонов. Опа, звезда смерти. А, черты же похитили. Сейчас, ну мы им покажем. Тюремный отсек весь сбежал. После ее сооружения звезда смерти стала излюбленной игрушкой императора, как и самым скучным в галактике боевым назначением для любого стормтрупера. Утомительные проверки, бесконечные часы простаивания на охране и бесценных генераторов. Это было все, чем занимались 501-е, лишь бы не биться головой о стены от скукоты. Если бы мы только знали, в какую разбушевавшуюся бурю мы собираемся попасть, то, должно быть, попросту сбросили бы весь этот тюремный отсек в космос. Повстанцы, конечно, оружие достали, непонятно. Ну, чисто логически можно подумать, что наши они сперли, да, а здесь просто типа в игре. Так, понятно, лифт не едет. Нужно сюда бежать. Для чего тупым карта? Чтобы на нее смотреть. Почему я этого не делаю, непонятно. Так, что нужно сделать? Посадочное судно. Так, типа мы его защитили или что? Защитить ангар, окей. Кто посягает на мой ангар? Всех уничтожу, в тюрьму всех посажу. Так, давай. Блин, пацаны, а для чего гранат кидаешь? Вы все померли, а вас там два человека. Ну это не серьезно. Вам же нужно захватить ангар, вы должны все силы типа бросать. Вот, это я уже понимаю, там Вуки пришел. С долбанным арбалетом ушел. Пиу-пиу-пиу. Черт, я пистолет взял. Хотел просто прицел включить. Ну, типа, на винтовке. Во, вот так вот. Это другое дело. Блин, было бы прикольно, если бы сам штурмовик еще смотрел в прицел, а то он ничего не изменяется, он как не смотрел, так и не смотрит. Так, вы чё тут приперлись? Вуки, конечно, жесткий чувак. Да тут все жесткие, в них стреляешь, им вообще пофиг. О, нифига он садит. Так, ушел. Ярость, выносливость, награда, элитное ружье, регенерация энергии. Ребята, ну вы попали, у меня элитное ружье просто. Что-то убили за коробочками. Так, убил своего, молодец, конечно. За это дадут награду, нет? Выживает сильнейший, я слабых устраняю, правильно, значит, мне награда положена. Нет, ну и пошли в жопу. Куда стреляешь ты, диконький? В землю куда стреляет? В землю, блин. В пол. Так, все, ушел. Так, сколько можно? Все, здание выполнено. Ангар наш. Все, уже можно отпускать нас. Ау, больно. Кто стреляет? А, это ты!
паразит. Ты иди сюда, всех прикончим. Так, мне элитное ружье пропустите. Так, сразу гранату. Понятно, туда. А вот сюда не хотите? Подскочила. Бумс. Одного слил. Хорошо, уже неплохо. Награда уменьшения урона по мне. Отлично. Сейчас проверим, кстати, как это работает. Так, сейчас точка. Точка, точка. Только точку захватим. Я точка, точка, точка. Я вообще не медведь. Вуки, что такое-то? Я еще и своего убил. Негодяй. Вот сейчас вот броня штурмовика вообще светится так прикольно, отражает свет, это вообще классно. Да хотя вроде в принципе он нормально выглядит. Помнится, как только мы начали за него играть, у него броня какая-то была какого-то левого цвета, такого серого, как будто недоработанная немного, знаете. Сейчас уже все нормально. Либо мои глаза уже привыкли, либо просто тут вот фиксили все как-то именно в первых миссиях типа нет. А сейчас его пофиксили. Последующих. Так, вот этого урода надо убить, который украл у нас чертежи. Все. Вот они выпали. Ты их не трогай. Да, уменьшение урона у меня. В два раза меньше я получаю урона теперь от выстрела. Бластерную. Да я теперь супер штурмовик просто вообще. Было бы забавно, если бы после получения вот таких вот наград менялась бы броня еще как-нибудь, знаете. Ну, раскраска там другая появлялась или еще что-нибудь. Ну, хоть типа какое-то изменение в броне было бы после там уменьшения урона, допустим. Визуально, чтобы тоже выглядело, как будто у меня что-то новенькое появилось. Так, что нужно? Захватить точку, да, какую-то там. Их опорный пункт. Хорошо, сейчас захватим. Это наши тут. Так, и здесь я пройду? Наверное, нет. Черт, бежать обратно. Окей. Кто строил эту звезду смерти? Может, чертям выкинуть, чертежи новые сделаем. Так, на тебе. Никого не задело, но пофиг, я их напугал, они сбежались. Я супер штурмовик, вам меня не пробить мою броню. Кстати, если бы у меня не было этих бонусов, мне бы, наверное, уже слили. Так, все, держим точку, вы что там стали? Подходите, давайте. Да не, вообще слабаки. Интересно, если бы я получил элитное ружье, играя за пехотинца, у меня бы какая-нибудь фиолетовая ракета была бы там. Более мощная такая, еще убивала бы всех, просто ядерная. Боеголовка. Так, что, транспорт нужно уничтожить, они хотят свалить. Сейчас мы им свалим. Кто прибыл на звезду смерти, остается на звезде смерти. Никто ее не покинет. Так, ребята, что-то у вас много. Я не понимаю, мы что, полгалактики в тюрьму посадили, что ли? Откуда у вас столько? Тут, наверное, все население кошелька, вот эти все буки тут. Вообще всех повстанцев захватили, просто сейчас тупо убиваем, геноцид устраиваем. Так. Так, что тут у нас? Что тут у нас? А кто это тут штаб устроил? Так, наша точка горит. Опа. Пацаны, ну вы чё? Не, ну поговорите со мной, я не понял, чё убегаете-то? Всё, вали давай. Пофиг на него. Ничего он там не сможет сделать. Так, я, пожалуй, учитывая, что нужно уничтожить корабль, возьму шокового солдата. Шок-трупер.
там типа штормтрупер, это шоктрупер. Трупер. Паратрупер, хали-гали. Ладно, немножко отвлеклись. Ракет 8 показалась. Пятерка была такая кривая. Все, пацаны, ваше такси уничтожено. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пи-пиу. О, джедай пришел. Я, пожалуй, валю. Нужно опять на штурмовика поменять класс. Потому что этим мне ничего не светит. Потому что если он мою ракету отобьет, жопа всем. Все, штурмовик сейчас решает. Чего, покажите мне этого джедая вообще. Ты зачем своего-то убиваешь, дебилушка? О, вот он тут. А мы здесь. Так, ну, братан, я гранату кинул, чтобы ты типа подорвался. Уйди, пожалуйста. О, получил урон, да? Получил бабах. Не, ему пофиг. Ну все. Еще джедай. Как мы могли... Че за фигня? Почему джедай в тюрьме? Дарт Вейдер бы лично его убил уже. Типа время джедаев прошло, вся фигня. Зачем его в тюрьме-то держать? Ну хотя, может, какие-то сведения может дать. Ну или он просто типа украл меч и какое-то к силе имеет воздействие. Но при этом никто. Не джедай никто вообще. Так, все, ангар наш. После конфуза с тюремным бунтом, лорд Вейдер лишил нас комфортной жизни на базе и начал собирать ряды 501-го по всей галактике, отправляя нас на охоту за пропавшими схемами Звезды Смерти. Смешно сказать, но наше покорение стало для нас истинным спасением. Те бедолаги, которые заняли наше место на вахте базы, канули в лету после того, как Звезда Смерти была уничтожена. Ну что ж, на этом мы заканчиваем данное видео. С вами был Дарт Сидис. Всем всего хорошего, да, отличного просто. Лайк, подписка, как всегда, группа, канал, ссылочка будет в описании. Всем пока, увидимся в следующем видео, но ничего не обещаю.